Здравствуйте, и сегодня мы с вами будем лепить карыча из пластилина. Скатайте шарик. Приблизительно вот так. Затем возьмите два еще кусочка синего пластилина и сделайте ему крылышки, как показано на видео. Затем прикрепите их уже в любом положении, как хотите, можете прикреплять. Но я прикреплю именно в этом положении. Вот, видите? Вот так вот. Затем сделать специальные дырочки для глаз, как обычно. Вот так. Затем возьмите белый пластилин и сделайте ему глаза. Получилось как-то так. Теперь возьмите черный пластилин и сделайте зрачки. Затем мы сделали им нижние ноги. У карыча они как лапки. Такие птичьи. Вот такие вот. И прикрепляем к карычу. Одна лапка. Теперь нужно вторую сделать. Вот так вот. И опять прикрепите ее к карычу. Затем сделаем клюв. Клюв у карыча был большим. Вот таким вот клювом. Большим. Прям огромным. Вот так вот. Затем прикрепите его к карычу. Хотя нет, он был поменьше. Ну, ладно. Делайте клюв нужного размера, как вы хотите. Он, короче, просто огромный. Из-за этого я и переборщила. Так, стоп. Так вот. Ну, все. Теперь нужно только прикрепить к нему этот клюв. Так. Дальше делаем специальный надрезик, типа у карыча клюв открывается. Тон-тон. Так вот. И затем сделаем ему бантик. У него внизу всегда был бантик. Вот так. Ну, еще вроде бы, кто хочет, может сделать шляпу. Я, конечно же, ее сделаю, чтобы показать.
Вот так вот. Сделать цилиндрик. Это. Теперь сделайте лепешку. Как-то так. Всем пока, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.